Бабочка Софьи уже стала талисманом группы, которая так и называется – «Бабочки». На праздничное открытие дополнительной группы в детском саду номер 358 будущие воспитанники пришли нарядные. Многие из них уже познакомились с воспитателями и новыми друзьями. Ходят в сад уже 2 дня. Кто на 2 часа, кто на полдня, привыкают к новой жизни постепенно. К распорядку, откровенно говоря, мы не привыкли. Ребенку тяжело сейчас вставать. Привыкли вставать в 9 утра, а сейчас получается в 7. Ну, начинаем с утра, солнышко, сейчас много друзей твоих, вы будете играть, воспитатели с вами будут и пить, и танцевать, и лепить, и мы сразу: да, мама, идем. Для открытия дополнительной группы в детском саду номер 358 из городского и федерального бюджетов выделили более 3 миллионов рублей. В группе будут заниматься 28 малышей. Всего в городе только в этом году открыто 6800 дополнительных мест. В декабре откроются 2 новых детских сада в Куйбышевском и Советском районах на 300 мест. На сегодняшний день пока очередность у нас осталась не на всей территории города, только в Кировском районе и в Промышленном районе. Вот на территории Октябрьского района, мы сейчас с вами находимся, здесь очередности детей в возрасте от 3 до 7 нет, она полностью ликвидирована. На 1 сентября в очереди от 3 до 7 стоят чуть более 900 ребят. В следующем году городские власти обещают полностью решить этот вопрос. Дети в детском саду смогут получить полноценную подготовку к школе. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.